Хишки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в игру под названием Night in the Woods. И в данный момент мы находимся возле ноутбука, и разумеется, мы в него сразу же заходим, смотрим, что там внутри него. Разумеется, нам очистили его от вирусов, и у нас здесь много всяких разных приложений. Нам, кстати, здесь загрузили игру Demon Tower. Ну-ка, а что это за игра такая? In the Age of Blood, в эпоху крови, один восставший, что-то там, обычный меч... Ясно, очень интересно. Очень понимаю. Ну давай посмотрим, что это за игра такая. Ой. Ой-ой-ой. Нифига себе, мы играем за кого? Мы играем за котика с ножом. Прикольно. Так, можно, кстати, дэшиться. Она быстрее, видишь, продвигается кошка. Блин, игра в игре. Удобно, удобно. Так, эта штучка какая-то непонятная, это, видимо, жизнь. Давай попробуем пройти, я не знаю. Опа. Ой, да не... А, типа, я не могу бить, пока меня кусают, да? Блин, сложно, однако. Как только тебя один раз ударили, уже становится сложно. Это жизнь? Это жизнь. Все нормально. Ну, я, в принципе, все понял. У нас дэш всего один есть. Смотри, это тоже жизнь, да? Не, что такое? А, тоже жизнь был. Я был прав. Куда ты лезешь ко мне? Видишь, я боевая кошка. Боевая кошка в колпаке. Я не знаю, нужно ли здесь все ломать. Все лутать, абсолютно всю карту обходить. Я даже не понимаю, куда идти-то надо. Очков здесь никаких собирать не надо. Там какая-то дверь была до этого. Может быть, действительно нужно было туда идти. Такое ощущение, как будто кругами хожу. Не, я пришел отсюда, правильно? Правильно. Там как будто дверь была сверху слева, да? Вот здесь проход есть какой-то. Смотри, вон. Забираемся сюда. Вон, видишь, какой-то как будто проход. Мне кажется, он открывается. Но для того, чтобы он открылся, нужно что-то сделать. Да, слева. Здесь был, видишь, маленький такой проходик. Окей. Здрасте. А что ж такое не по таймингам-то? Опачки, опачки. Ой, подожди, какая-то штука. Открываем. Ключ! Вот это прикольно, конечно. Игра в игре, и действительно продуманная игра. Не просто какой-то рандом, да? Так, открываем. Опа. Босс. Босс-крокодил? Как думаете, на что это намекает? Все, что ли? То, что мы убили крокодила? А что я всех убиваю? Может быть, я с ними разговаривать должен был? Прикольно, но что-то ничего не понятно. Ну, возможно, это потом расскажут, что за фигня вообще происходит. То есть пока что непонятно, да, что к чему ведет. А потом нам дадут понять, что мы здесь делали. Короче, объяснят то, что происходит здесь. Видишь, вот этих уже нужно два раза бить. Духов один раз. Ух ты, гад. А скелетиков два раза. Там голова у них вываливается, и, в принципе... О, ключик опять. Что за звуки такие страшные? Ломаем эти штуки. Это жизни. Оп. 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 Не знаю, нужно ли эту фигню проходить. В любом случае пройдем, почему бы и нет. Страшно, вырубай! Духи какие-то страшные. Налетают с скоростью света. Но у меня есть ключ. Да, проходим дальше. Нет смысла лутать здесь все эти комнаты. Здрасте. О, кто-то же дерется. Так. Знаете, на кого похож мужик? Ой. Помните, у нас сосед был такой неприятный дедок.
Может быть, эти персонажи как раз таки и будут значить то, что на кого-то иметь метафору. Являться метафорой на других персонажей из реальной жизни. Эх, жизни бы. Видишь, не попадаю. Воу, победа. Ну хорошо. Было не так уж и легко, но не так уж и сложно. Проходим дальше. Пробую эту игру первый раз. Левел 111. Поэтому не удивляйтесь, почему в некоторых местах туплю. Смотри, у меня минус одна жизнь, кстати. Одна жизнь куда-то пропала. Боевые скелетики. Видишь, теперь их три раза нужно бить. А нет смысла с ними драться, если они меня, в принципе, не атакуют, не нападают. Это толку мне с ними сражаться. Просто сразу пойдем. Ой, у меня 3D-ша есть, кстати. Сразу пойдем сюда. Примерно 3 заряда, ребят. То есть я могу 3 раза дэшнуться. Жизнь взяли. Скелетончика завалили. Ключик сейчас получим, сразу пойдем на следующий уровень. Толку здесь с кем-то сражаться, очищать все эти непонятные этажи. Ой, страшно. Сейчас сделаю ты дэш. Так, у меня full HP. Куда идти, я не знаю. А, вон вижу. Победа! Открываем и заходим. Еще один босс. Тоже странный какой-то. О-о-о. А он стреляться будет чем-нибудь? Ага, призывает. Ну, я, в принципе, предположительно, или как это сказать, предварительно понял, как с ним драться. Просто стоим здесь, вот, к примеру. И ждем, пока он сюда придет. Вот и все. Скелетики на меня что-то не нападают особо. А если нападают, то в принципе можно вот так вот их обходить. И со стороны фигачить. Ой. Ну, кстати, напризывал он их, будь здоров, да? Да что у меня не бьет-то он? Скелетиков тоже падают эти жизни. Ну, такое ощущение, как будто у него 2 удара всего есть у моего персонажа. Потом он как будто паузу какую-то делает. Выдерживает. Видишь, не может. Устал. Ну, стамины-то у меня нет, вот супер. Нет такого, что у тебя нарисовано. Вот у тебя определенная стамина, ты можешь ударить только 2 раза. Все, мы победили. Посмотри, сколько черепков, посмотри, сколько всего здесь осталось, офигеть. Ну ладно, нормально. Легчайшее. Интересно, сколько здесь уровней вообще? Можем ли мы пройти за один раз все это? Внутри крутые какие-то супер скелетики теперь появились. То есть были скелетики, потом стали скелетики с броней. Ой. Я 2 раза получил урон. Ой, пипец. Ну, сейчас проиграем, короче. Сейчас, короче, проиграем, походу. Так, надо бежать. Видишь, не может бить. Или он может бить спокойно, когда уже сделали дэш. Может быть, действительно так? Хорошо. Так, куда идти? Давай сюда пойдем. Ах ты, козел, я даже не знал, что он делает. А мы проиграли, ребят. Он будет слишком жесткий. Офигеть, а чё он такой жесткий-то? Там чувак, походу, сгорел, да? А да, они сгорают сами от огня этого. Окей, ну мне жизни нужны, без жизни сейчас я вообще сделать ничего не смогу.
отлично взял жизни и потерял. Взял одну, потерял две. Угу. Потому что сложная вот эта штука, на самом деле. Жалко, что с этих чуваков ничего не падает. К этому подходить? Ага, со спины они не видят меня, окей. Видите, в чем прикол? О, с этих падает тоже иногда, видишь? Есть смысл лутать абсолютно весь уровень, если у вас нет жизней. Для того, чтобы жизнь наконец-таки поднять. Так. Так. Жесткие уровни какие-то. А, здесь был, получается, окей. Давайте вниз пойдем. Сгорел. Не знаю, куда идти. Нужно искать ключ. Что-то я не видел ни разу еще этих мест, где мог бы ключик-то лежать. А, вон он, наконец-то. Поджигателей нету? Победа! Ну давай, у нас две жизни только отсутствуют. Блин, жесть, опасно. Сам себя уничтожил, сам себя. Слабак. А ты что, сам себя не уничтожил? Так, хорошо. Ну, в принципе, легко, но жалко, что здесь жизни не было. У меня всего, видишь, две жизни у меня и так забирается за то, что я, типа, это... И перешел на этот уровень, на этот этап. Посмотри, сколько здесь еще этих. Блин, боюсь по этим штукам прыгать. Потому что всегда получается перепрыгнуть. Поэтому пойдемте обойдем лучше. Вон, здесь тоже. Ура, жизнь! Все, побежали, у меня фул. Здесь единственный вопрос. Останется ли у меня фул, или я все-таки получу урон, пока я буду идти наверх. Я испугался. Еще не ожидал сейчас. Смотрел налево, на чуваков, чтобы меня не атаковали. Они меня не атаковали. О, здрасте. Понять бы, как он сражается. Смотри, через текстуру прошел, гад. Призрак. Ох ты какой. Две жизни отнимает сразу. Раз две жизни отнимать, прикинь. Опасно. Ох ты какой. А почему? У меня чувак не отходил. У меня последняя жизнь. Я боюсь. Так это еще не... А, подожди. У меня только этих осталось, и все. Не бейте, я боюсь вас. Но я победил. И только одну жизнь дали за это, офигеть. Я надеюсь, это все? Я надеюсь, сейчас будет последний уровень. Ну тяжеловато, тяжеловато, реально. А у меня фул хп, офигеть. Это волшебник, офигеть. Бронированный. Бронированный волшебник. Так, ну ладно, насрать тогда на них. Надо искать проход. А, основной выход я нашел. Теперь остается найти ключ. Опасненько. Ну как мне туда пробраться? Вот, я нашел ключ, точнее место, где ключ должен лежать. Так, осторожно отходим, так, чтобы меня никто не ранил. Оп, оп. Ага, никто не ранил, проверяй. Не стреляйте.
Так, там чувак поджег всех. Молодца. Еще поджег. Красиво. Беги! Так. Блин, головастик. Ух ты, какой головастик сраный. Ну ладно, в принципе, нормально. Ключ взяли, сейчас быстренько просто бежим направо. Наверх. Вот самое жесткое то, что у меня всего 6 жизней. Играем вроде бы в Night in the Woods, да, как будто другую игру играем. Какой-то рогалик взяли и запустили. Тихо. Ой, там много чуваков, блин, пипец. У меня чувак не бьет, ясно, где. Да не, это ГГ. Да ГГ, нет! Нет! Офигеть, а что так тяжело-то? Ну, у меня одна жизнь была, видели? Я сейчас вроде восстановился. Так, ну сейчас нам надо, получается, сюда идти. Я не успею. Блин, поджог, гад. Ладно, надо сыскать сейчас жизни. О, хорошо, все. Заходим сразу сюда. Наблюдаем. Босс. Жирнейший босс. Это реально игра в игре получается. Он легкий вроде бы, да? Просто из него сейчас повалится, наверное. О, он легкий, он 2 жизни отнимает. Он был бы легким, если бы отнимал не 2 жизни, а 1. Ну давай, сражайся со мной. Покажи, на что ты способен. Только не убивай меня. Здесь тупость в том, что после того, как тебе урон нанесли, ты должен обязательно делать дэш. Ты не можешь просто отойти. Ну я же говорю, их будет больше. Мне показалось, или там... А внутри, да, получается, этих комочков находится. Ну хорошо, хоть они медленнее становятся. Самые маленькие, они немедленные, видишь. Комочки такие противные. А что залагало? Опасно вообще, пипец. Так. Как я, в принципе, и думал, то, что будет именно так. Что разделяться будут. Так, остался один комочек. Ну, я большой имею в виду. Тихо. Жизнь восстановим. Ну, на самом деле, легко справились. В принципе, босс был несложный. Главное просто было не попадаться под удар. Все, победа! Очередной босс пройден! Я не знаю, ребят, это, походу, у нас вся серия будет посвящена этой игре. Церковь какая-то. Чардж. Ну, церковь так церковь, окей. А жизни все меньше и меньше, я не знаю. Могу ли я в итоге вообще пройти, потому что я не люблю, когда у меня вообще нет жизни. То, ну, когда чувствую, что все, ГГ. Призраки докопались до меня. Не люблю, когда у тебя одна жизнь, у тебя одна только возможность на победу. Ну, то есть ни одной ошибки ты не должен сделать. Просто ненавижу такие вот моменты. А сейчас у меня всего 4 жизни. Не одна, конечно, но все-таки. Какие-то крутые эти появились. Еще более усиленные рыцари эти. Скелетики. Так. Так, здесь маги. Как они там друг друга валят? А я так и не заметил. А, вон она справа, вижу. Сейчас, кстати, я так и не заметил, где находятся эти. Так, друг друга фигачьте, молодцы.
Так, молодец. Скелетика почти завалили. Так, тебя завалили. О, он сделал удар, ты вот так, хоп, дэшнулся, ударил его. Ну, то есть кинул шары. Эй, шары кидайте. Так, молодец. Вот это я понимаю. Послушный, послушный. Кидай шары. Красавелла. Ну все, забираем здесь у нас сразу. Сейчас просто главное не зафейлиться. Тихо, тихо. Ой, не то сделал. Хотел ударить, нажал в итоге дэш. Вот и все. Ну это легко было. В принципе, и уворачиваться не нужно было, просто нужно было идти. В бой! Плюс ключик, окей. Видишь, два дурачка появляются. Неприятно. Они, видишь, и жизни, кстати, несут практически всегда. Там, когда мы в прошлый раз дрались, там четыре чувачка таких появилось. Так, тихо. Ой-ой-ой. Ой-ой. А с ними нельзя драться, я понял. Главная цель — это вот этот чувак летающий. Но с ним тяжело, видишь. Этих просто можно отбивать, а урон им не наносится. Так, ну здесь жизни хотя бы есть. Уже хорошо. Один урон он наносит, окей. Я понял, я принял. Я принял урон на себя. Так. Опасно. Станьте призраки. А сейчас быстрее начал атаковать? Да, он быстрее начал атаковать. То есть чем меньше у него хп, тем чаще он атакует. Или нет? Не знаю. Непонятно. Ну так, по одному удару ему делать. В принципе, все нормально. Ой, какой же я, блин. Надеюсь на второй удар. Все-таки то, что успею второй удар сделать. Не успеваю, нифига. Так, так, так. А может быть от огня я просто больше урона получаю, кстати. Я так и не... Я ж не проверял. Блин, не попал. Может реально от огня я получаю больше урона, чем от него. То есть так-то я только от него получал. От тела его. Нет, так же получается. А жизни-то больше нету. Они нам и не нужны. Потому что мы победили. Блин, я не знаю, ребят, сколько здесь уровней. Но у меня ощущение, что мы должны дойти до одного. Если это так, то это жестко. Это жестко, реально жестко. Это получается реально отдельная игра в игре. Видишь, у нас все меньше и меньше и меньше жизней. Каждый раз. Ты видел это говно? Я чуть не проиграл. Офигенно! Спасибо, разработчик, что так сделал. Справедливо сделал. Справедливо. И где мне теперь жизни брать? Пипец какой-то. Прям издевательство. Жизни дайте! Все, это жопа. Я не то чтобы проиграл, я просто застанился. В кувшине. Билли Джинни. Ну, одна жизнь, я сейчас возьму, наверное, ее. Хорошо. Ты своими зажигалками здесь красуешься. Стань. Ну все, я здесь, конечно, собираю сейчас жизни. Вот этот фейл в начале, это, конечно, пипец. Да, такой фейл в начале сделать. Ну это дерьмо! Ну это возможно вообще проходить! Пипец! Ну минус жизни опять. Ну все, я проиграл.
Самый сложный противник — это вот эта река. Все, здесь сложнее противника просто не существует. Атакуй. Ты не туда атакуешь. Ну, стреляй. Ну, блин, он не туда стреляет. Я не знаю, что делать здесь. И прикольно то, что они как бы смотрят, видишь? Он вправо смотрит, вниз смотрит, влево. Не, все-таки. Когда он вниз смотрит, он все-таки видит меня, окей. А я до него не достану. Что я пытаюсь сейчас сделать? Эх, жизни бы мне. Красиво сейчас прошел, но какая разница? Красиво, некрасиво. Это меня не видит. Тяжело. Ну окей. Я не знаю, что делать реально. Давай ждем, пока он сейчас отвернется. Влево. Я не достаю. Жалко. Все-таки залететь сюда. Мне дали жизнь. Пипец. Ну ладно, у меня 3 жизни. Пипец какой-то. Я был настолько близок уже к смерти, насколько это никогда еще не было. Это просто жесть какая-то. Реально тяжело. Тяжело из-за этих рек сраных. Реки — это просто кошмар. Наяву. Ну все, я понял, что они здесь. Я здесь. Хорошо, плюс жизнь. У меня фул. Если это можно назвать фулом. Потому что у меня как бы 2 жизни всего. У меня всего 2 жизни, я имею в виду. 4. У меня забрали 5. У меня половину только осталось. Просто жопа. А кто босс? Блин, неужели мне нужно сюда? А у меня жизни нету. А не в курсе, что у меня жизни нету? Как я должен проходить это? Еще и без хилок. Вот самое тупое. Дайте хилку, ну по-братски-то. Последний это босс, не последний, я не знаю. Какой-то крокодил. Я уверен, что мне по этой кровавой фигне нельзя ходить. Уверен на 10%. По пяткам крови нельзя ходить. Я проиграл. Да, я проиграл. Я не могу отсюда выйти. А, дэш защищает меня, я понял. Дэш, видишь, можно использовать как возможность увернуться. От всего. А, я проиграл. Я не стоял даже в этом огне. Я даже не стоял в этом огне. Но по сути я мог пройти эту игру. Я не знаю, последний это уровень был, не последний. Я мог эту игру пройти. А, подожди-ка. Мы с этого уровня начинаем сразу. А тогда чё я парюсь-то? Я думал, мы с самого начала будем начинать. Ну, тогда можно вообще не париться. Сейчас пройдем, ребят, по-быстрому. Я тут беспокоюсь, думаю, сейчас заново, с самого начала будем начинать. Как хардкорные вот эти вот данжен-мастеры. Оказывается, можно проигрывать здесь бесконечное количество раз. Да куда ты выпрыгиваешь? Тебя в лаву специально кину. Я проиграл.
Проиграл опять-таки, потому что реки. Реки, которые убивают любого. Блин, я вижу, сейчас вообще не парюсь уже. А зачем париться? Нифига себе, я вообще первый раз таких вижу чуваков. А кто меня атакует? Ты дурак? Ты совсем дебил? Ты в курсе, что я ушел с той локации? А чё у вас так много-то, а? И жизни никто из них не дал, офигели. У меня жизни как бы нет, если вы не заметили. Ладно, открываем. Ой, ну видели, как я осторожно играл до того, как я не понимал то, что, оказывается, умирать-то можно. Как сейчас играю? Ой. Ну все, минус 5 жизней. Я ни хрена не вижу. У меня вот эта вот херня сверху, она закрыла мне весь этот геймплей. Я ж не вижу, кого атаковать. У меня мало того, что дальность атаки супер маленькая, так я еще должен это. Опять дауничи эти. Ну это проигрыш. Так, это мечники, да, обычные? Ага, мечники, проверяй. Ну не, это невозможно уже пройти. И я говорю, самый сложный босс в этой игре, это река. Все остальные это говно собачье. Супер легчайшее. Я умер от реки опять. Не дойти не дают. Я не вижу ни хрена. Он не бьет. У меня чувачок не бьет. Это тоже очень сильные чуваки. Ну давай попробуем так пройти, я не знаю. Видишь, половина просто карты не видно. У тебя какие-то надписи появляются. Долбоящерские. Зачем так разраб сделал? Непонятно. Так, здрасте. Да бей! Ну зачем я нажимаю кнопку атаки, если ты не бьешь? Зачем я это делаю? Сейчас горит у меня жопа. Еще жизни не дают. До свидания. Так, жизни опять не дали. Отлично. Здорово, здорово. Не рычите только на меня сильно. Но это невозможно пройти. Это невозможно пройти, потому что меня все бесит. Я уже на тильте. Я нихуя, нифига не вижу. Ну я не вижу же эту реки. Ну зачем мне реку эту санную сюда поставили? Я ж не вижу ее. У меня надпись Blood Trail какой-то мне написано. Blood Charge. Чемудила, что ли? Что за даунство? Это система еще, когда тебя преследуют чуваки из других уровней. Что за даунство? Так, ладно. Ага. Я сначала подумал, что это обычный чувак, а это, оказывается, маг. Ну окей, 4 жизни. Смогу ли я выбраться с этими жизнями и добраться до босса? Это, конечно, вопрос на засыпочку. Не стреляем. Спасибо. Мудила ссаный. Дай жизни мне! Дал мне одну жизнь, окей. Побольше бы, конечно.
Кувшинов здесь вначале не было. Ты же не даешь? Не дает. Непонятно, с кого жизни падают, с кого нет. Меня чувак не бьет. Ой, я ненавижу эту систему. Если ты получаешь урон, ты ничего сделать не можешь. Ты ничего сделать не можешь. Ты можешь умереть. Один урон равно смерть. Система даунская. Один урон равно смерть, потому что ты не можешь ничего... Ты стоишь на месте и умираешь. Чё? Вот видите? Я не могу атаковать. Я не могу сделать дэш. Если я сделаю дэш, я умру от того, что я попаду в лужу. В лужу крови. У меня было 4 жизни. Я проиграл тупо из-за того, что получил один раз урон. Просто нужно привыкать к системе. Здесь очень тупорылая система файтинга. То есть, ты должен обязательно дэшиться после того, как получил урон. После того, как ты получил урон, ты дэшишься. Ну что за даунство? Ты дэшишься во всех играх, во всех играх. Ты дэшишься для того, чтобы избежать урона. А в этой игре ты дэшишься уже после того, как получил. Что за даунство? Кто это придумал? О, 2 жизни. Аллилуйя просто. Аллилуйя. Ну окей, может быть, все-таки дойдем опять-таки до босса. Мы... Самое интересное, что мы с ним уже сражались. Только дойти теперь до него не можем. Блин, они там стоят, окей. Это опасно. Здрасте. Что мне с ним делать? Уничтожить его. Здесь минимум, чем меньше, чем 2 дэша делать нельзя. Делаешь один дэш, всегда понимаешь, что ты получаешь урон. Так, хорошо. Остались дауничи. Неприятно. Отлично. Теперь крокодил. Кровавый крокодил. Смотри, как делаем. 2 дэша сразу. Даже 3 дэша делаем сразу. Все. Получил урон. Окей. Я живой. А у меня тут стоит опять! Даунская система! Я бы выиграл, если бы даун не стоял. Извините, что так ругаюсь, но это невозможно. Это уже бомбит. Бомбическая! Я уже скоро профессионалом в этой игре стану. Буду проходить спидранить все уровни. Да не, ну меня убила опять эта фигня. Я в нее даже не залез, она меня все равно ударила. Как это можно проходить нормально? Видишь, я залез вон в лужу, опять умер. Три раза за вот этот вот файт, за вот этот вот трай, я получил урон от лужи. Нахрен здесь боссов добавили, вот не могу понять. Боссов, монстров. Добавили бы просто лужи. Я бы вообще не смог пройти. Просто вся карта в лужах была бы. Я бы вообще никогда не прошел эту игру. Самый сложный босс был бы. А, это скелет. Здесь еще скелеты такие, то что непонятно. Это скелет или просто куча какая-то, которая лежит. Как текстура. Я вот справа не заметил скелета, если что. Кто не понимает, о чем я сейчас говорю. Кувшины нельзя сломать, то есть ты не можешь бить, наносить удары в момент, когда ты дэшишься и когда ты
То есть тебе наносится урон, ты не можешь удары наносить. Или... Короче, жопа. Я не знаю. Очень сложный рогалик. Очень сложный рогалик. Он сложный, потому что даже... Не потому что он реально сложный, а потому что здесь нужно привыкать ко всем вот этим вот вещам, которые в этой... только в этой игре используются и больше нигде. Ну ладно. Игра будет, я так понимаю, серия вот эта долгая. Потому что мы полностью проходим. Получил урон все равно от говна этого. Справедливо. А, он не бежит? Ага, вот такой гад. Это он побежит. Видишь, не бегут они сюда. Как мне с ними драться? Жесть. Так, окей. Жизнь будет? Не будет. Мне жизнь, конечно, сейчас очень даже необходима. Просто необходима жизнь. Дайте жизни, ну вы какие гады! Жесть. Еле-еле выбил эту жизнь гадкую. Потому что идти на босса без жизни... Такое себе. Жопа. Как же неудобно все сделано. Бесит еще то, что он не получает от огня урон. Я еще, блин, не достаю, говно какое-то. Иди сюда, засранец. Да невозможно. Ни одна жизнь. У меня ноль жизней! У него тоже! У него тоже ноль! Ура! Мы победили практически, но нет! Мы опять будем прыгать по карте, которая полностью наполнена кровью, которая очень сильная. Самый сильный противник в мире. Кровь. Кровь, которая лежит и ничего не делает. Самый сильный противник в этой игре. Видал? Я опять получил урон. От чего? От крови. Ура! Ну вот эти, ладно, еще чуваки, довольно неприятные. Видишь, как убил меня? Я как бы спрятался, но кувшин, который нужно разбивать с двух ударов, а у меня наносит только один удар. Ой, как все тяжело. Специально сделали так, чтобы меня забомбило, я понял. Ой, здрасте. Специально сделали так. Так, окей. Почему у меня на X делается дэш? Объясните мне. То есть я нажал два раза дэш на пробел, а потом на X нажал. И у меня все равно опять сделался дэш. Издевательство. Пошли в жопу. Кричат они здесь. А жизни можно? Просто ощущение, что хочется как бы жизней. А как мне с ними справиться-то? Отлично. Справился, проверяй. Какой-то пипец просто. О, жизнь дали, нифига себе. Ну, как бы я здесь в любом случае проигрываю. Здесь шанс, то, что я выиграю, 0%. Дайте еще жизней. Я хочу еще.
Еще больше жизней. Ну-ка. Сюда. Он там дышится вообще нереально у босса. То есть у него там везде кровь это разбросана, правильно? Конечно, жопа. Как мне с этим справиться? Окей, not bad. Опять не бьет. Ладно, жизни есть. Там их всего-то 5 стояло, этих чуваков, которые супер неприятные. Я здесь. Из двух ударов нужно валить. Пипец. Всего-то 5 чуваков поставили. Ну, легчайше же. Блин, все равно. Даже здесь умудряюсь получить урон. С одним скелетом. Окей. Попытка номер 1054. Тихо. Раз, два, три, четыре, пять. Пятый не попал. Раз, два. Получил урон. Ну, потому что неудобно вверх идти. Ты ж не видишь, что у тебя. Точнее, не видишь его. Насколько он близок к тебе. Тихо. Пипец. С первого раза убил. Красиво, да? Вообще легко. Какой легкий босс-то вообще, пипец. Я не знаю, здесь действительно... Да, здесь, походу, действительно полностью нужно проходить эту фигню. То есть, если мне тяжело то казалось, то чем дальше мы проходим, тем еще тяжелее будет. А, у меня жизни нет. У меня жизнь кто-то украл. Ну, типа, чем дальше мы идем, тем больше у меня жизни. Ой, меньше у меня жизни, но больше у меня дэши. Очень прикол. Ну, дэши нужны ли мне вообще? Спасают ли они мою жопу? Так, понять бы, где... А, мы каждый раз в разных местах, смотри, появляемся. Дэши не помогают, вот чем проблема с кувшинами. То есть кувшины не пропускают дэши. Да три жизни невозможно. Вот эти чуваки летающие, это просто дебилизм. Они же бессмертные практически. А мы все время еще на разных местах, еще эта херня, надпись, которая появляется на полтора часа, очень сильно мешает. Куда идти? Делай дэш, пожалуйста. Нашел я, куда идти? Нет, не сейчас. Сначала нам нужно взять где-то штучку. Пошел в жопу. О, хотя бы одну жизнь дали. Я уж думал, вообще с них ничего не упадет. Какой ты удар мне сделал? Я был в дэше, мудила. О, я вижу, куда надо. У меня две жизни, не знаю. Возможно ли пройти что-либо в этой игре с двумя жизнями. Ты что, даунич? Меня герой ударить не может. Это какой-то пи... Я не могу. Хочется сказать, но не буду. От лужи получил урон. Миллиард противников. Просто миллиард сложностей. Но лужа самая сложная сложность. Мудила Саный! Я не могу, ребят. Это просто... Я в шоке. Дебилизм. Ну ты именно по тупости умираешь.
Просто по тупости. Не того, что действительно что-то там сложно или что, а просто тупость. Тебя одна ошибка твоя, и все, и ты можешь заново играть. Так, я правда не знаю, вот мы появляемся в разных точках. Влияет ли появление? Нет, она все время справа, я понял. А ты куда прешь? Иди обратно к себе в комнату. Волшебник, да? Волшебник. Поджигай! Справедливо. Оп, 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 хорошо. Ну, я должен, ребят, пройти эту игру. Эту мини-игру. Я обязан. Я просто обязан ее пройти. Так, что получается? Мне наверх. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Фу, просто мясо какое-то. Этот гад еще теперь не даст пройти. И этот гад тоже не даст пройти. Пошел в жопу, как говорится. Какой ты мудила, а? У меня не делает ни дэши, ни ударов, ни хуя. Так, окей, я готов. Наверное. Так, здрасте. Есть дебилочки? Вижу дебилочка. Ну все, я умер. Ага. Просто потому что как бы удар это зачем делать? Ты стоишь рядом, зачем? Вот я нажимаю на F, зачем делать удар? Ну зачем? Для того, чтобы убить. Ты что, дурак, что ли? Мы мирные жители. Мы не убиваем никого. Я пытался пройти игру на пацифисте. Не получилось. Хорошо. Я выжил кое-как. Я не знаю, как, не спрашивайте. Там в шоке. Там подойдет. Оп. Оп. Даунич. Жизнь, дай мне сюда. Как там пройти уже, вот именно ворота эти, там просто 50 тысяч противников стоит. Оп. Да пошел ты нахрен, мудила! Мудилы! Мудилы! Невозможно! Как это проходить, я не знаю. Для кого игра была сделана? Для хардкорщиков? Посмотри, что творят, а, ссаные мудаки. Почему я ударить его не могу? Так. Сгори в своем пламени, мудила ссаная. В собственном же пламени, чтобы ты горел вечно. Опа. Пипец какой-то. Ну ладно, здесь в принципе легко до сюда дойти. А дальше? Дальше это просто какая-то жесть. Дальше дойти, пройти, это вообще просто безобразие. Оп. Вот эти вот гады больше всего мешают. Ну, они на воротах стоят, тут понятно, почему они мешают. Так.
На воротах стоят, лол. Они вратари. А, я не заметил. Я! Пипец какой-то. Призрак откуда ни возьмись взялся. Взялся откуда ни возьмись. Ну ладно, 3 жизни. Я не знаю, что там за босс. Я уверен, что у меня не получится его с первого раза пройти. Здрасте. Это какой-то дебил. Это какой-то дебил получается. Надо расчистить, наверное, карту. Если мы сейчас не расчистим карту, он, наверное, убьет меня. Почему я ни хрена не вижу? Что у меня с камерой? Да, просто если потом буду расчищать карту, вы понимаете, что будет. Я так понимаю, он летает по карте и кидает вас какой-то хренотенью. Так же, как маленькие такие же чертенки делают. Как я его буду сейчас убивать, я хрен знает. Просто даже не представляю, что он делает по факту. Там лужи нету, крови нету. Вот с этим надо справиться, с другим. Дауны! Не, это жопа, ребят, это жопа. А, они себе, сами себя убивают, окей. Ага. Ну это жопа, это реально жопа. Они дебильчики. Зачем я беру жизнь, если у меня фул? Куда она берется, если у меня фул? Вот это тоже вопрос. Самое тупое, что... А может быть, я могу рикошетить его эти? Не могу. Я проверил, ребят, не говорить то, что могу. Я знаю, что не могу. В принципе, легкий босс. Он стреляет, просто дэшитесь на выстрел. Босс легкий. Так, так, так. Победа! С первого раза, кстати. Ну, с первого раза, потому что, как бы, понял, как нужно действовать, то, что нужно расчистить поле, потому что иначе бы мне мешали, реально мешали бы. Даже не буду с тем чуваком сражаться, кто там внизу, смысл. Просто пипец. А чё у меня? А, у меня 2 жизни всего, точно. Я думаю, как так? Как это меня убили? Я так понимаю, чуваки даже в дэш наносят урон, да? Не, не наносят. Просто здесь прям уровень весь состоит из этих чуваков. Я и подумал, может быть, учитывая, что у нас так много дэшей. Быть, они не наносят урон. Ну, куда вы прёте? Ложитесь спать. О-о-о. По сути, нельзя получать урон вообще никак. Блин, это отдельная игра, ребят. Это отдельная игра. Это реально можно как проходить, если вам нравится The Binding of Isaac, такие вот игры. В принципе, я думаю, вам это зайдет, вот что самое интересное. Кто мог подумать, да? Ключик нашли, 2 жизни всего у меня.
Тебе сейчас опять мудилки эти появятся, не стоит забывать. Которые бегают, из двух ударов умирают. А бегают они довольно быстро и неприятно. Ой. Самое тупое, смотри сейчас что. Я должен их убить сразу. Иначе я умру. А как, да, я должен сейчас с ним сражаться? Что я должен сделать? Ну давай, сейчас призраков хотя бы на себя сагрили. Хотя бы призраков сагрили. Так, ну что, ждем момента. Пролетаем просто вот сюда. Иди нахер! У меня не работала атака! Я выиграл! Я на самом деле выиграл. У меня атака не сработала. Я на самом деле думал, что я его убил. Я думаю, все, я по-любому убил. А я не убил. Бесит. Блин, полтора часа расчищаешь эти уровни. О чем я мечтал больше всего? Конечно же, о том, чтобы получить урон. Если мне тоже все равно нужно сражаться. Вот эти чуваки, которые ходят с ножами, обычные, они умирают после того, как вы гроб открываете. Я не знаю почему, ну то есть даже не потом, не после того, как гроб открываете, а после того, как ключ берете. Они умирают. Мы с вами все запомнили, в принципе. Где что находится. На самом деле, вот это супер легкий уровень, в отличие от предыдущего. Предыдущий был супер сложный. Как мне от этих пройти теперь, я не знаю. Мне еще нужно призраков на себя выманить. Как мне с ними сейчас воевать? Их еще больше стало, было 3, стало 4. Охрененно. Я не могу, я сейчас сдохну. Я сейчас в реале сдохну. You died in real. In real life. Просто нереально просто. Погнали еще раз. Возвращайте теперь мне мои жизни, гады. А, ну спасибо, не надо. В следующий раз. Хардкор заключается в том, что у тебя одна жизнь. Я ненавижу такие игры. Я ненавижу, когда у тебя одна жизнь. О, жизнь. Здесь не одна, у меня две жизни. Я так понимаю, нужно дойти до того момента, когда у тебя будет одна жизнь. Мне дадут пройти, мудилы, саны, эти горшки. Кто поставил горшки? Кому не... Кто хочет срать или сать? Я не знаю, зачем эти горшки в таком количестве? Чего они там хранят в этих горшках? Поставили горшки, идиоты. Возле реки, главное, еще этой кровавой. Так, блин, все плохо. Это еще и горшки эти самые. Ну нет вообще жизни. Жизни нет, но вы держитесь. Дай жизнь-то одну хотя бы. Жизнь одну дай. Вот в этом кувшине. Какой бред. 50 тысяч противников убил. 100 тысяч кувшинов поразбивал. Ни одной жизни. А, я умер. Ну я ж ни хера не вижу. Откуда я могу знать, что там призрак? И ты хочешь как можно быстрее начать играть, а здесь надпись появляется на весь экран, который не дает тебе посмотреть, что внизу находится. Потому что рандомно генерируется уровень, ты же не знаешь, что сейчас внизу будет. Жизни, посмотри-ка, когда они нахер не нужны. Жизни на каждом шагу теперь.
Брово, дурак. Еще дурак. Здесь тоже как-то пропрыгивать надо. Хорошо. Там кувшины, вон, смотри, сколько. Толку только от них. Ну? Жизнь дай. Скоти. Какие гады. Кто нам понаставил кувшины без жизни? Вон гады эти стоят. Сейчас подходить к ним опасно. В любом случае у них есть жизни. А их всего двое. И количество этих даунищей тоже рандомно. Было бы, конечно... А, хорошо, все, у меня две жизни. Давай, дурак. Хорошо. Ну, блин, слушай, неплохо, однако. Неплохо, однако, но кто босс? Что за босс, насколько он будет сложный? Босс, выходи. Не будет босса? А, босса не будет, лол. Это и был босс, этот уровень был боссом моим. Окей. The Corpse какой-то. Это, ребят, финальный уровень. У меня одна жизнь. Сейчас буду, наверное, бомбить. Бомбическое. Я не знаю, я специально иду медленно, чтобы сохранять интригу. А, смотри-ка, там проход есть влево. Ага, проход пойдем. Здрасте. Какие-то черепушки поднимаем. Может, активируем что-то? Ну, у меня одна жизнь, вы понимаете? Мне вообще нельзя сейчас, типа, ошибок совершать. Но я так понимаю, я сейчас что-то активирую, а потом у меня будет, наверное, я надеюсь, с этого момента, с того, как я активировал, начинаться файтинг. Ну, то есть, если я умру, уже будет с того момента всегда начинаться. Алло, здесь есть кто-нибудь? Это кто? Гигантская кошка какая-то. Опачки. Ты кто? Дракула? Дракула! Я боюсь. Я не знаю, какие атаки. А, это кот. Это кот Дракула. О, нифига себе, ты дурак. А так у него жизни бесконечные. Толку мне с ним драться. Чувак, а толку мне с тобой драться? У тебя жизни бесконечные. Ну все, отхилился. А у меня одна жизнь. Это серьезно, братан? А ты вообще в другой игре не мог посуществовать? Потому что мне с тобой вообще не кайф сражаться. А могу я заново эти штуки активировать, интересно? Что мне дает эта фигня, я фиг знает. Да, я должен заново. Давай активируем их, окей, активируем. И подойдем к той кошке. Которая лежит гигантская. Может быть, с ней что-то можно сделать? Может быть, она мне даст... А, может быть, она там действительно перекроет это... кровавые эти штуки, чтобы он не хилился. Потому что это бесконечно будет, я так понимаю, бой продолжаться. Это будет бесконечно, реально? Не, ну реально, реально говорю. Ну, больше проходов нету. Ты не знаю, что. А что здесь надо сделать? Из нее кровь течет, видишь, в чем прикол? Из нее кровь течет и наполняет вот эти вот реки. А что я должен сделать? Зачем я вообще вот эти вот головешки использую? Для чего? Вот, расскажи. Расскажи, зачем. Я не могу касаться крови. Или могу. Может быть, я головешки эти использовал, и теперь могу касаться крови. Навряд ли, на самом деле.
Не знаю, может что-то еще должен сделать. Просто не знаю что. Давайте поищем. Не зря же здесь такая огромная локация поставлена. Давайте все кувшины хоть разобьем. Кувшинов, кстати, нету этих жизней. А, нет, есть, выпадают. Из одного кувшина выпала все-таки жизнь. И скольки, да, сколько я разбил? Штук 20-30. Здесь в чем прикол? Тоже непонятно. Это головешки мы активировали. Ну, в принципе, того босса реально завалить. Но мне бесит то, что... Типа, для чего-то, если головешки эти служат... Если для чего-то реально служат... Было бы интереснее понять, для чего. А не так, что получается, я нажал на эти головешки, пошел проходить, умер. И потом опять мне нужно нажимать на головешки. Здесь у меня есть какие-нибудь еще способности? А, так подожди, на С мы тоже бьем, и на Х у нас дэш оказывается. А, так может так и так играть. Ну так бы было бы гораздо проще на самом деле. Не, сейчас привыкать опять к этому управлению новому. Ну окей, давай попробуем. Ну насрать. Ну насрать. Отхилился, гад. Я победил, чё? С головешками при том, ребят, с головешками. В лужу не наступаю, вдруг умру. Я победил. Офигеть. Это было самое сложное, что я когда-либо делал. Я так давно не играл в такие хардкорные игры. Super Meat Boy, мне кажется, даже был проще, чем это. А, все, можно заново начать. Пипец. Ну я прошел. Я прошел, офигеть. Офигеть! Ну это реально отдельная игра в игре. Это очень круто, то, что они так сделали. Они видно, что работали. Но, блин, конечно, некоторые вопросы здесь остаются актуальными насчет того, как это сложно сделано, вот это вот управление. Но в любом случае это круто, это было прикольно. С вами был Лекс. Надеюсь, вам понравилось прохождение этой мини-игры в этой игре. Night in the Woods. Demon Tower. Я в шоке. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, не забывайте подписаться на паблик ВКонтакте, ссылка в описании, в шапке канала. Всем добра.